Всем привет! Вы на канале Живая Планета. Сегодня у нас будет разговорное видео. Что ж, начну с очень хорошей новостью. На канале 69 подписчиков. Это во мне 4 подписчика, из которых 3 твоих друга. Это 69. Спасибо вам огромное за поддержку и за подписки на мой канал. Кстати, как вы заметили, я в пластинах. С пластинами пока ничего, пока все хорошо. Что ж, а дальше у нас про канал. Говорите мне, пишите в комментариях на ролике «Размеры динозавров». Там включены комментарии. И пишите в комментариях в этих самых. Какой формат на канал мне еще добавить? Мне снимать про морских животных или нет? Обязательно напишите в комментариях. А вот про подписчики. Вы знаете такого ютубера, который снимает видео про динозавров и набирает больше 50 сабов? Я лучше человек 5 знаю. Но это Спинозавр X, я смотрел канал. Там такие всякие прорисовочки, вот это все. Еще далее Фил тоже про динозавров снимает, там кроме динозавров еще, по-моему, мультики про танки. Так, все, я еще смотрю. Планета динозавров от Макса. Это у них больше, чем 50 подписчиков, но у меня уже почти 70. Спасибо большое. Что ж. Еще хочу вам кое-что показать. Минутку. Так. Постановочное падение. Ой. Вот она. Бриллиантовая кнопка YouTube. Это рубиновая кнопка. Ребята, я вам уже в одном ролике объяснял. Ютубер, который набирает 100 тысяч подписчиков, получает серебряную кнопку. Серебряная кнопка представляет собой такую награду, ну, представьте, такой кусок пластика в рамке. А в этой самой, на этой самом куске пластика размещен еще значок Ютуба, который покрыт серебром. А внизу написано поздравление. Поздравляем с достижением 100 тысяч подписчиков. Только представьте, как это много. Но некоторые ютуберы пошли дальше. И достигли отметки 1 000 000 подписчиков. На это им стали выдавать золотые кнопки. Они были уже намного больше, чем серебряные. А в целом дизайн тоже. Только кого сама кнопка была намного больше. И размером как серебряная награда целиком. Но, знаете один факт? Она была покрыта золотом. Да, самым настоящим. Потом игры YouTube на серверников 2 миллиона, потом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А вот 10 миллионов, это уже заносчик. И ютуберам стали выдавать бриллиантовые кнопки. Бриллиантом центы. Затем канал T-Series и PewDiePie преодолели отметку в 50 миллионов подписчиков. Это больше, чем население Нью-Йорка в несколько тысяч, несколько десятков раз. Ну что ж, но все равно на этом не остановилось. Блогер им дали рубиновую и серебряную коробку в виде пьедестала номер 1. А потом PewDiePie набрал 100 миллионов и получил такую кнопку. Бриллиантовую, только не обычную, а с реальным рубином внутри. И вот я сделал самодельную кнопку. Да, она казалась так больше, но на самом деле нет. Я сделал ее из самой обычной коробки. Я, честно, ее хотел вам...
Я уже вам ее показывала в одном из роликов. И, честно говоря, я ее хотела сделать пораньше, чем сделала, потому что ехать сначала хотела ее сделать на гость каналу, но потом понял, что уже 50 подписчиков все-таки близко. Но на море, но я 50 подписчиков успел набрать уже на море. Поэтому я понимал, что 50 подписчиков я уже на море наберу. Поэтому сделал эту кнопку заранее. Думаю, картонная кнопка уж точно заслужена за мой труд. Ну что ж, с вами был канал Живая Планета. Всем пока!